Здравствуй, Никита. Проходи. Значит, мы сегодня с тобой плотненько поработаем, посмотрим вчерашнюю работу. И я знаю, что ты очень хорошо собираешь кубик. Ты лучше всех, вот как я вижу пока. Поэтому попробуй вот сейчас собрать вот сюда. Садись, попробуй. Никита всегда желанный гость в мастерской у Владимира Никитина. У мальчика острый глаз и быстрый ум, говорит учитель по труду. Тестовую головоломку, которую не каждый взрослый решит, Никита собирает за считанные секунды. А еще у него умелые руки. Рукодельник, как я называю таких, это мой человек, наш человек. Вот он. Но главное у них учеба. И поэтому я вот чувствую, что он иногда хочет, но не может. Учеба главная все-таки. Он ведь смотрит, что тут станки, тут по-серьезному. И поэтому я его допускаю, чтобы уже резал дерево, обрабатывал. Он должен быть как-то в паре. Он ориентируется на старшего. Вот ему очень нужна рука. Просто он кому-то должен показать свою работу или вот чувствовать кого-то. Никита – мальчик молчаливый. Он из тех, кто больше делает, чем говорит. В мастерской он многому научился. В числе выставочных работ есть и его поделки. Они выполнены из разных материалов. Здесь работы из глины и из дерева. Даже из простой фанеры может получиться картина с большим смыслом, уверены учитель и ученик. Вот смотри, есть разные рамки. Я не знаю, куда. Куда бы ты руку, эти руки, ну куда ты сам положи? И как? Может, ты хочешь не рукопожатием, а вот они радуются, просто машут. Ну, композиция такая, сделай вот эту картину. Давай сам. Как ты думаешь, где лучше? Вот три рамки. Ну, положи туда, на ту, как там будет смотреться. А тут поспокойнее как-то, более красно. Ну-ка, может так как-то, да? Сверху тянем. Помощь как бы, да? Это значит, помогите, а это его вытаскивает. Пропой. На меня посмотри. Конечно, молодец. Давай еще. Нет, красную. Да, красную, Наташ. Да. Посмотри, чья песенка. А. Еще раз. А. Когда Наташа поступила в детский дом, она долгое время ни с кем не вступала в контакт. Девочка наблюдала, какие отношения в группе, как взрослые относятся к детям. Она привыкла сдерживать свои эмоции. И лишь в последние месяцы стала более активной, открытой. А Наташа очень добрая, ласковая девочка, очень послушная. А вообще, она, что бы она ни делала, она всегда смотрит на взрослого и старается сделать как надо, сделать по правилам. Если что-то она видит, что какой-то беспорядок или кто-то нарушил те же самые правила, она всегда очень громко возмущается по этому поводу, пытается сделать, чтобы не только она действовала верно, но и все остальные тоже. Вот у нас домик, да? В нем живут разные животные. Ты должна выбрать и найти, и в домик посадить, да? Давай, ищи. А потом мы проверим ключиком. Кто это? Зайчик. Зайчик. Где? Найди домик у него. Цвет какой? Синий. Где? Вот он, зайчик. Наташе хочется общаться, но пока еще мешает природная застенчивость и привычка все сначала проанализировать. Поддержку она ищет в глазах взрослых, ждет их одобрения. У Наташи есть проблемы с речью. При этом есть и большое желание исправить эту проблему. Молодец. И сейчас, конечно, мы видим некоторый прогресс в ее развитии, в том числе в развитии речи. Если раньше мы действительно ее угадывали больше по интонациям, сейчас она достаточно стала сравнительно лучше говорить и уже может сказать и словами, что ей нравится, либо не нравится. Либо даже воспитатели, и мы замечаем какую-то вполне значительную фразу. Причем это опять же связано с ее эмоциями. Вот ей увидела она в окно что-то красивое и сказала: «Какая луна сегодня». То есть девочка очень наблюдательна вот ко всему, что происходит.
Хотя далеко не всегда и не сразу она вот готова с этим делиться. Она сначала все внутри продумает, прочувствует и уже потом это вынесет на общую публику. Синюю дверь ищи, раз ключик взяла, синюю ищи, синюю дверь. Ну-ка, где она спряталась? Вот она, там зайчик живет. Давай мы его выпустим. Давай, помогу тебе. Держи, держи. Вот, теперь поворачивай. Поворачивай и открывай. Вот, здравствуй, зайчик, да? Да, да. Выходи, скажи ко мне. Смотри. И карман тоже закрась. Мы его потом нарисуем, это карман. За любое дело Никита берется основательно. Он не из тех, кто торопится побыстрее выполнить задание и убежать из мастерской. Любая работа должна быть выполнена добросовестно. Это у Никиты в крови. Так же он и в школе занимается. А какой предмет, ну, труднее, дольше готовишь? Русский. Читать надо, наверное. А, ты же в театральной мастерской, ой, в кружке. А какая роль у тебя? А, Иван, ты, да, я видел, как вы выступаете. Легко ты нам улыбаешься. Возьми-ка его. Ну-ка, включи. Вот, не боишься техники, молодец. Трудолюбивому и умелому Никите Владимир Михайлович поручает самое ответственное задание. Не просто сделать что-то для школьной выставки, а принести реальную пользу. Отремонтировать, к примеру, стулья из столовой. Учитель уверен, другой бы не справился, а Никита постарается и сделает все до конца. Это ему поможет и с профессией в будущем определиться. Никита будет основательным таким. Он закончит школу нормально, научится многому. И со временем, наверное, он будет посещать спортивный класс. Он такой, крепкие мышцы у него, разовьет себя. И похоже, типа автомеханика. Вот есть такие парни, которые молча так работают, уйдут в себя, и не надо как бы никого. У каждой маленькой девочки, а значит и у Наташи, любимые игрушки – куклы. С ними она проводит много времени. Наташа не просто выстраивать отношения с детьми и воспитателями, поэтому к ней нужен особый подход. Прежде всего чуткость, внимание и улыбка, которая открывает любое сердце. Падающий снег, полная луна, зеленые листочки или грибной дождик для Наташи всегда открытие. Она очень наблюдательная девочка. И это не единственное ее достоинство. Наташа аккуратистка. Все у нее по полочкам. Она не терпит беспорядка ни в чем. Девочка очень трудолюбивая. То есть ей даже в один раз напоминать не нужно, она сама готова отвечать за порядок в группе. И тем более очень охотно выполняет поручения. Если уж что-то нужно сделать, если ее попросили, она доведет дело до конца, сделает это хорошо. То есть вообще она во всем старается делать как надо. То есть у нее сначала идет надо, потом, собственно, я хочу. Как и у любого человека, и у Никиты есть свои недостатки. В свободную минуту он не бросается со всех ног к книжной полке, чтобы дочитать любимую книжку. Чтение – не самое его любимое занятие. Этим он огорчает своих педагогов. Но зато математикой готов заниматься без уговоров. 5, 3. Хорошо. Получается у тебя? Да. Ой, да молодец. Ну-ка, давай я проверю. Сейчас. Так. Молодец. Угу. А задача как? Задача получается? Ну, я тут примеры решаю, пока что. Пока примеры? Да. Но ты меня позовешь, если задачу будешь решать, то позовешь. Решай, мой хороший, молодец. В быту с Никитой тоже проблем нет.
Он мальчик аккуратный, следит за тем, чтобы одежда была всегда в порядке, чтобы в тумбочке все висело на плечиках. Такой вот он организованный ребенок, но все-таки ребенок, и ему нужна помощь взрослых. Мальчик очень спокойный, доброжелательный, хороший помощник. На замечания реагирует адекватно, исправляется. Хочется добиваться ему своих результатов. Если в чем-то затрудняется, обязательно подходит, спрашивает, нужна взрослая помощь. Ну, здесь вот не хватает мужской требовательности. Вот ему не хватает отца. Вот если будет рядом отец и мать, он, конечно, будет присматриваться и будет делать, потому что отцовские требования он вот это вот не знает. Если подойти к ребенку с добром, то и он отплатит тем же, уверены педагоги. Никита сейчас в таком возрасте, что не поздно еще протянуть мальчишке руку и повести его по жизни. У Никиты много талантов и при этом покладистый характер. Такой сын в любой семье не лишний. Тихонечко дуем. Так, открыли? Давай-ка, может, мы с тобой в гости пришли? Кому в гости пришли? Это? Это? Давай смотри на картиночку. Кто? Дядя. Папа. Папа. Папа что делает? Папа сидит. Самостоятельно Наташе развиваться трудно. Ей надо помогать и во всем поддерживать. Активизировать ее интерес и любопытство. Предлагать разные игры по ее возрасту. И она обязательно откликнется тем новым взрослым, которые, возможно, станут ее родителями. Прежде всего, нужно сделать так, чтобы она людям новым стала доверять. То есть сначала от нее меньше требовать, больше о ней заботиться. Сделать так, чтобы ей было комфортно. То есть и как бы в новой обстановке показать ей все, рассказать. То есть научить ее, опять же, приучить ее к новым условиям. И когда она человеку поверит, когда она к нему хоть немножечко привяжется, она уже сама будет готова сделать все возможное и невозможное, чтобы радовать своих родителей. То есть она очень старательная, особенно вот для тех, кому она доверяет, кого она любит. Сначала я, потом ты. Наташа, музыкальные занятия Наташа очень любит. С ритмом она пока не в ладах, но звучание разных инструментов приводит девочку в восторг. А вот и первая песенка из репертуара Наташи. Знакомьтесь, новая солистка. Ну что, Наташенька, песенку будешь еще петь? Споешь песенку с гласными? Давай спой. Одна будешь петь?